Компания Phaethon Auto официально представила свою новую модель – электрическое кросс-купе Phaethon R7 с возможностью замены батареи. Phaethon R7 – это шедевр, созданный усилиями его глобальной команды, олицетворяющий новый технический уровень и имидж бренда, а также помогающий бренду реализовать умный электрический автомобиль, говорит компания. Особенности нового автомобиля. Оснащен полностью интегрированной высокотехнологичной интеллектуальной системой вождения Rising Pilot собственной разработки. Тройной цветной экран шириной 43 дюйма пересекает салон с большим визуальным эффектом. Кроссовер поставляется с безрамными дверями, аудиосистемой бостеатрального уровня, кожаным рулевым колесом с сенсорными кнопками, 256-цветной линейной атмосферной подсветкой и двухслойной теплоизоляционной панорамной крышей. Phaethon R7 сочетает в себе функциональность и эстетику. Обтекаемая форма фастбека сочетается с широким плечевым дизайном, что улучшает превосходные аэродинамические характеристики R7. Производитель заявляет о лучшем в своем классе коэффициенте аэродинамического сопротивления 0,238. Предлагает 4 расширенных цвета автомобиля – синий агавы, серебристо-фиолетовый, серебристый порошок и облачно-белый. Подписывайтесь, ставьте лайк. Напишите в комментариях, хотели бы себе этот кроссовер. Новый автомобиль использует тройной экран, 15-дюймовый сверхчеткий центральный экран управления AMOLED, 10,25 приборный экран и 12,3-дюймовый экран пассажира. В дополнение к большому экрану, Phaethon R7 также впервые оснащен проекционной системой Huawei с улучшенным разрешением 1920x730 и угол обзора. Также в списке оснащения заявлены передние двери с электроприводом и NFC-датчики на центральных стойках. А это значит, что открыть автомобиль можно с помощью смартфона. Разработчики на крыше электрокара оставили место для лидара для будущего автопилота. Сам лидар компании Lumina использует лазер с длиной волны 1550, самое большое расстояние обнаружения составляет более 500 метров. Также новинка имеет два радара спереди и сзади и большое количество камер по всему периметру. Самый доступный вариант – заднеприводный с единственным 340-сильным электромотором, батарея на 77 кВт-часов, запас хода 551 км. Цена такой модели стартует от 42 тысяч долларов в Китае. Версия с задним привод и батареей на 90 кВт-часов, запас хода 642 км, стартует от 44 785 долларов. И версия с полным приводом дополнительно получает передний двигатель мощностью 204 лошадиных сил. В итоге суммарная отдача такой двухмоторной силовой установки достигает 544 лошадиных сил и 700 ньютон-метров, батарея на 90 кВт-часов и запас хода 600 км. До сотни электрокар разгонится за 3,8 секунды. Цена полноприводной версии стартует от 47 тысяч долларов. Но самое интересное – это фирменное решение Rising Power, которое позволяет не только заменить, но и обновить батарею. Как сообщается, замена блока займет 2,5 минуты. Производством Phaethon R7 занимается на заводе близ Шанхая. Новинку уже можно заказать в Китае. R7 – чистый электрический кроссовер среднего размера, принадлежащий Phaethon Motors. Отличая R7 от других конкурирующих продуктов того же уровня, он умнее и безопаснее. Спасибо за просмотр. Подписывайтесь, ставьте лайк. До скорой встречи!